церкви, и которые, да, сам и священник, который отпел его. А вот этот самый священник, да, Иван Смирнов, замечательный человек. Вот это дед поэта, Титов, Петр Андреевич. Вот эта школа, в которой Есенин учился, ее потом снесли, сейчас ее восстановили мы, столетие Есенина. А вот эта фотография Константинова на фоне второй, порчился там что-то, болезнь, никто не мог определить, чем он был. А это продукция. Вот кожаный костюм крестьян. А вот эта репродукция, как бы, реставрация села Константинова, центра, который был. Дом Есенина, сейчас я вам скажу. Дом Есенина находится... Так. И мы с вами вот тут находимся? Нет, мы вон. Вот дом Есенина. Дом Есенина, вот амбар, Рига. Сейчас мы увидим. Там на... Да? Да. Нет, это уже сосед. Вот там вот эта церковь. Там его... Почему у него столько стихов православных? Потому что он окно открывает, у него вид на вот эту окно, вы сейчас увидите из дома музея, через церковь. Все мирно, нигде нельзя написать. А это вот как раз дом Кашина Кулакова, помещик Кулаков, но на самом деле он был владельцем на снежном продукте на Петровом рынке в Москве. А это у него тут он поместье. У него тут жили жена, дети. По наименованию деревни Поповка Косемского района Рязанского, 200 километров отсюда, вот, которые делали вот такую вот гармонь. Строй до сих пор не имеет аналога в России. Нажим разные ноты, причем сочетают в себе элементы. Она очень расстроена. Мы сейчас в Тулу. Примерно такие. Да. Нет, больше нет. И в то же время сочетание саратовское. Видите колокольчик? Да, колокольчик. Изумительный просто звук. Изумительный. Мы отдали сейчас. А ее реставрацию не мы отдали в Тульскую, на Тульскую фабрику. Они нам сейчас делают. Но запросили очень много. Вот как выглядела церковь, колокольник церкви. Ну а здесь вот первые шаги Есенина в поэтической среде. Это вот когда он приехал в Петербург в 15-м году, он тянет по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти вам часа к 4 с почтением Сергея Есенина. И пишет ответ. Произведение крестьянин Рязанской губернии, 19 лет от роду, стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык. Приходил ко мне 9 августа 15-го года. Это было интересно, да, очень. Это подлинно. И вот его эта тусовка петербургская, вот он с Городецким на гармошке, да, играет. Вот, вот как раз вот эта вот Ливенка. Вот она. Вот эти редактора журналов петербургских. Когда он уже развился, я отошел, и их перерос и ушел в другую сторону, они начали там памфлеты все равно. Вот это очень интересная фотография, да? Да, это у нас есть такая, это у нас да, в вот фильме вот есть такая у нас. Понимаете, в чем дело? Вот я вот, знаете, о чем думаю? Дело в том, что Сергей Есенин тоже пришел из крестьянской среды со своей крестьянской песней, да? В Петербург, в столицу. Что это было? То же самое, что сейчас вот этот кусок помещается Кашина, порога Анны Сергеевны, Лидии Ивановны. И именно этот инструмент слышал Есенина, самый главный крестьянский. Еще раз, значит. Да, это из этого. Это было... Рояль Анны Снегины Кашина. Диван, на котором познакомились Айседора Дункан и Есенин. Вот подлинный его цилиндр. Это кто посередине? Я ношу, хожу в цилиндре для женщин. Глупой страсти и сила, в сердце жить не в силе.
В нем удобнее грусть свою меньше, золото овса давать кобыле. У него была очень красивая фигура атлетического сложения. В Америке мы говорили, что он мог бы стать атлетом и делать на этом деньги. Нет ни одной фотографии, где он в невыгодной позе. То есть он это брал под контроль. Он знал, что кто он. Понимаете? Умел товар лицом показать. Да. Лицо такое рязанское. Но все говорят, что он крестьянский сын, но у него все-таки в крови были и не очень такие простые гены. У него все-таки родословная была. Нет, ну его. Нет. Нет, я вам могу сказать, вот с творением Есенина, которое. Так же, как и Ломоносов. 18 лет. Там, где вечно дремлет тайна, есть нездешняя страна. Только гость случайный на полях твоих. Широки леса и воды, крепок взмах воздушных крыл, но века твои и годы затуманивают верх цветы. Цилиндры и синие. Суждено мне изначально возлететь нему в тьму. Ничего я в час прощальный не оставлю никому. Но за век твой свысить звездный, тот покой, где спит гроза, две луны зажгу на бездны на закатные глаза. Это Есенин. Первый проект, который написал о космосе и вообще о космическом мышлении. И о спутнике. Все, он все. А не закатные глаза, это вот когда портрет на его юбилей, над обрывом стоит. И мы были как-то с друзьями, остались здесь. Луна светит на этот портрет, ничего не видно, одни глаза вот такие, как две луны. Васильковые. Ну, это его психоз по поводу этого современной поэзии, это все было. Когда ему женизм, как бы. Потом он от этого. Ну, пусть многие переболели. Так а что, с администрации никого нет, чтобы кому можно было показать видеокассету? Ну вот видите. Никого нет совсем? Что ж такое? Мы оставим вроде библиотеку. Бы договорились, все. Мы в библиотеке. Нет, мы сейчас выяснили, почему такое случилось. Потому что договор-то был. Вот это очень... Ты жива еще, моя старушка? Вот она. Ну, он ее называл старушкой. Посмотрите на эту женщину. В 25-м году ей было... Ну, ты смеешь? Черный чай, как раз. Да, вот этот. Да. У нас он есть в фильме, как раз на черном человеке. Это Надежда Дмитриевна Вольпин с сыном Сергеем Сейналиком, который сейчас в Америке профессор математики, один из ведущих самых профессоров. Он к нам. Обратите внимание, пошли на скорбное лицо. Как крыльями машет, как крыльями птицы ее на шее ночи. Здесь смотрите, какой скорбный. Вот здесь вот как будто он скорбит не о себе, а о тех, кто не открывал. Конечно, видно, что замазано лоб. И потом замаранные японцы, эти замаранные части. На лбу 20 граммов мозга. Да это уже доказано давно. Просто. Вот. Не хотят. Вот, посмотрите. Самое интересное, что его в могиле есть. Человека это не могли сделать. Они, кто убил, они его тоже похоронили, на следующую ночь выкопали, опять закопали гроб. А там нет никого. Чтобы следов, да. Как боятся Есенина. До сих пор боятся. А почему? Потому что знают, кто он такой. Угу. Мировая общественность его признала поэтом номер один 20 века. Да. Сергей Рахманинов, композитор номер один. Вы знаете, да? Угу. А поэтому вот это все. И вот до сих пор, вот все, что касается Есенина, все как будто в стену. Да. До сих пор приходят экскурсоводы и говорят, что он повесился. Не выяснил, не прикрылся. Приходят, приводят на могилу. Я вот что мог сам делать и делаю, вот как... Просто вот частное лицо, там с кем договариваются, выезжают, другими именами, все радуются, а вот так, ну, чтобы сами распалили.
А вот его чемоданчик, с которым... Вот эта фотография очень редкая. Да. Вот, посмотрите. Где его избили. После того, как он маску ему сделали, у него волосы это были волнистые. Видите, у него какие-то красивые. Да, его вообще а там они зачесали. Все. Но его даже убивали даже не в этом номере, его где-то в подвале убивали, а потом перенесли. В этот номер был вообще нежилой. Нет, дело в том, что эта гостиница была гостиницей на Камбодже. Ну это да. И номер его соединялся со складом раньше. Вот. Тайная дверь там была. Склад, а этот склад соединялся подземным ходом напротив этого дома. Ну, здесь гостиница была следственная изоляция. Здесь хорошая, но здесь его уже загримировали. Там, убивали, а потом перенесли его в ковре. Да. Вот, на нем были ворсинки. Имитировали, что. А вот этот памятник, сколько еще можно Пушкина, вокруг которого обносили, он стоит сейчас месте, стоит да. напротив. Не напротив кинотеатра России, а вот там, где Тверской бульвар. У меня есть фотография. Поэтому вот это место, когда вы выходите на Тверской бульвар, всегда как-то нужно знать. А вот зачем это сделали, тоже непонятно. Да, вот это непонятно. При советской власти что? Церковью и усадьбой Есениных. Это три основных мемориальных объекта на территории музея заповедника. Вот такой вот дом был в начале века, фотографии, видите, то есть он воссоздан абсолютно таким, какой он был в те годы. Но прежде чем продолжить рассказ об этом доме, люди, которые бывали и жили здесь, несколько слов скажу о Константинове. Константинов – это одно из старинных приокских и израильских сел. Расположено на высокогорном берегу реки Оки. Протяженность его несколько километров. В архивных документах оно значится с начала 17 века, находясь в дворцовом ведомстве. Ну, потом была вотчиной именитого барина Морозова. Позже переходила от одних владельцев к другим. И вот, значит, здесь представлены гербы бывших хозяев села Константина в разные времена года. Знакомые все фамилии, правда? Мышевский, Нарышкин, Галицын, Долгорукий, Алсуфьевы. А в 1897 году у купцов из Богородско-Купьяновых это имение приобретает московский миллионер, тоже небезызвестный в те годы, содержатель ночных домов и питейных заведений на Хитром рынке в Москве, Иван Петрович Кулаков. О нем стоит книги «Москвы и москвичи» и «Мятки Русского института». Знаком с ним. В общем, после приобретения имения он занимается его благоустройством, был посажен в большой фруктовый сад, тут каждый раз на сам берега реки Оки. Был разбит парк в английском стиле, но самая главная заслуга Кулакова перед Константиновцами в том, что в конце прошлого века вместе с жителями села они строят детскую школу, ту самую, в которой учился Есенин. И теперь эта школа восстановлена на прежнем месте, причем восстановлена точно так же, такой же, какой она была тогда, по сохранению с фотографиями, документам, воспоминаем старожил, фундамент той школы сохранился, и вот на том же фундаменте построили новую школу. Ну вот, Иван Петрович, очень везде, когда приходили к дивану, к диванне. А вот здесь, посмотрите, фотографии семейного архива Кашиных, и вот на этой вы видите еще Лидочку Кулакову среди выпускниц Александра Смитцова, благородных девиц. Закончив этот пансион, она получает хорошее образование, воспитание, владеет несколькими иностранными языками. И как одна из лучших воспитанниц была награждена золотым шифром, фигурным буквам, уложенной римскую цифру 2, обозначающей имя императора, ученый данных пансион. Но надо заметить, что наряду с этой наградой она имела еще одну очень, ну как, вещь, которую очень дорожила. Это был подарок ее кузена Викторова, брошь в виде офицерского кортика, золотую рукоятку с сыпанными бриллиантами. Я заостряю ваше внимание на этом, потому что вот других, в общем-то, драгоценностей она не имела, независимо от того, что она получает очень большое наследство от своего отца. И вот как раз-таки здесь говорится о том, или это подчеркивает то, что она была совершенно противоположностью отцу. Если отец был, несмотря на то, что миллионером, в то же время жадным, скупым человеком, никогда на короткие каникулы не брал ее домой, считая непозволительным и расточительным расходом извозчика одного конца города Москвы в другой. Но когда приобретает своему младшему сыну подарок уже на Пекриста, он отказывается после длинной сигареты до тех пор, как он эти средства не восстановит. Так вот, Диана была совершенно... Да, то есть он очень такой вот... Диана была совершенно противоположностью отцу. Вот, ее как раз таки больше интересует духовный мир. Ну и, значит,
Когда она заканчивает этот пансион, происходит ее знакомство с Николаем Павловичем Кашиным, учителем словесности в то время в гимназии, и занимающимся по договору с ее сыном, ой, с ее братом вот здесь вот на усадьбе. Выбор дочери, конечно же, оказался не по душе отцу. Вопреки его воле, проявив твердость характера, она выходит замуж все-таки именно за него. Они уже за границу усадебное путешествие, фото сделано в Париже. Когда вернутся в Москву, будут жить на Пречистенке. У них рождается двое детей, Георгий и Ильичка. И вот нам заметили, что Георгий Николаевич очень, вернее, работник нашего детей, а кто Георгий Николаевич, и он с огромной охотой соглашается на сотрудничество. Он охотно делится воспоминаниями, дает вам подробный, причем план дома или усадьбы, дает подробное описание вещей из этого дома. И вот я сразу уже обратила ваше внимание на рояль и сборник стихов «Сильно радуется», тот самый, который он принес ему свой первый визит. У Лидиона было хорошее по тем временам библиотека, которую, конечно же, она не сумела сохранить, ну, по ряду причин. А вот три книги, которые она отложила особо, она сохранила, в том числе, видите, оказался и сборник стихов «Сильно радуется». А уже Георгий Николаевич Кашин в 1984 году передал ее в музею. Так, мы пройдемте в следующий. Совсем рояль расстроен. А вот, конечно, он совершенно да. Уже не будет. Он только вот как экспонат стоит, его даже невозможно отремонтировать. Это личная комната Лидии Ивановны. Значит, здесь она, как правило, занималась рукоделием, ну, где-то отдыхала, подвела какие-то итоги. Дело в том, что наряду с теми качествами, о которых я сказала, это была еще и очень замечательная рукодельница. И причем ревностно следила за тем, чтобы и дети ее росли трудолюбивыми. С самого детства их обучали, ну, и каким-то языкам, различным видам рукоделия. Кроме всего прочего, каждый из ее ребят имел вот здесь вот на усадьбе свой земельный участок, где совершенно самостоятельно занимались выращиванием овощей. Причем вот посева рассады до сбора урожая. А потом, во время обедов, вот в этой вот столовой, даже с ней сообщали, что сегодня обед из овощей. Ну, вот на этой вот настольке для рукоделия маленькая, сам предыдущий вот. Был руками Кашиной. На ее слове был учики тоже ее же работа, и вот эта вот работа тоже готова на вкусе. Ну а здесь личные вещи, ее ширма, накидка, когда дойду на калитке, мне было 16 лет, девушка в белой накидке сказала мне ласково. Нет, это личные вещи для дивана. Мы вот построены, столовая. Вообще дом построен, да, очень своеобразно, по кругу, и вот мы сейчас выйдем потом опять там. Дело в том, что вот он строился таким образом, чтобы... Когда солнце встает, у нас еще одна комната. И пока она движется по кругу, в общем, каждый час освещается другая комната. Часы все продумано. Часы, да, конечно. Но только они неправильные. Это подлинные часы, да? Вы знаете, нет, здесь, конечно, не все вещи подлинные. Угу. Много из магазинов антикварных по описанию. Курьер, плач, каша. Но такие часы были вот именно в этой столовой. Так, ну а столовая, ну что, ну все понятно, да, что с таким человеком собиралась семья, и, конечно же, когда приезжали, ну, раньше тоже. Какой буфет. Как осталось еще? Ну все. Это орех, наверное. Краплы? Потрясающе. Ой, здорово. Да. Это была гостевая. Как раз здесь гости, которые приезжали к Лидии Ивановне, оставляли свои вещи. Ну, а я уже сказала довольно-таки много хорошего о Кашиной, но нельзя, конечно, не отметить и то, что это была обаятельнейшая женщина, умеющая обнять вокруг себя людей разных профессий и интересов. И вот на этом стенде мы видим только фотографии некоторых из тех людей, которые наиболее часто посещали этот дом. Мы уже узнали, да, среди них Сергея Есенина, а вот на обгоревшем листке найденном в амбаре Есениных стихотворение, которое он посвящает Кашиной Лидии Ивановне. Зеленая прическа. Да? Девическая грудь, о тонкая березка, что загляделась в пруд, что шепчет тебе ветер, о чем звенит песок, и хочешь косы ветви, ты лунный гребешок. Была здесь священник Ванякова. Они оставляли автограф стихотворений, которые посещали либо хозяйки, либо тем впечатлениям, которые получали пребывание здесь. Ну, это акварель рязанского художника Кременкова, автограф поэмы Снегина, и это прообраз главного героя поэмы Брона Оглобленный. Петр Яковлевич Мачай, житель Семенского Кузьминского рабочего кормского завода. В общем, очень личность этого человека интересовала Есенина, и он послужил ему в известной мере
прообразом главной героини. Главный герой, вернее, в поэме, она с ней не знакома, в монографии, да? Ну и нельзя, конечно, не сказать, что поэму эту Есенин читает за ламберным столиком из квартиры Бенеславской, который представлен тоже здесь в экспозиции, а на столике, посмотрите, личные вещи поэта. Значит, вы видите здесь Библию, на полях которой делал пометки поэт, когда читал ее. Здесь же икона преподобного Сергия Радонежского, подаренная Есенину сестрой императрицы Елизаветы Федоровны, день его именин. Книга, вернее, журнал «Краснолодье» вперед публиковали эту повесть, рукопись поэмы Анны Снегина, ну и другие личные вещи и предметы Ани Кашина. Это заключительный зал, и надо сказать, что это был рабочий кабинет. Сначала Иван Петрович Кулаков, потом диванные. Но здесь о чем мы говорим? Наверное, о том, что судьба Анны Снегина была свойственна многим русским людям, не понявшим, не принявшим революцию, вынужденным покидать свои родовые гнезда, что и было сделано, да, героиней поэмы. А вот судьба Лидии Ивановны немножко отличается от Кашиной. Да. Дело в том, что после национализации имения, когда оно было описано, она уезжает на хутор к брату Ивану Петровичу Кулакову, Борису Ивановичу Кулакову, который жил здесь неподалеку от села Константиново на хуторе Белый Яр. Константиново местным жителям было принято единогласное мнение разорить барское гнездо, не оставить ему никаких следов. И совершенно случайно там оказался Есенин вместе с матерью Татьяной Федоровной. Когда он услышал о таком решении, он был в страшном недоумении, ну и, конечно же, попытался переубедить местных жителей не разрушать хороший, добротный дом тогда, когда село не имеет нормального помещения для школы. Школа ветшала, не имеет нормального помещения для амбулатории, как он говорил, приходится ездить за доктором в соседние села за несколько верст. А вот надо отметить, что Есенин пользовался очень большим авторитетом и доверием местных жителей, и они прислушались к его мнению. Было действительно разорено все в округе, а дом остался нетронутым. Ну и на протяжении десятилетий служил Константиновцам в самых разных качествах. Сразу здесь разместилась амбулатория, потом жили школьные сельские учителя, позже здесь был какое-то время детский дом, потом сельский дом быта, а вот с 69 по 90, под 90-е годы здесь работала литературная экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве поэта. В 90-м году дом закрывает на реставрацию, а в 95-м открывает вот такой вот необычный музей, музей одного литературного произведения. Надо заметить, что музеев с подобной идеей в мире насчитывается всего 7. Ну, скажем, в Америке есть музей Тома Сойера, в Германии и Латвии барон Мюнхгаузен, в Испании Дон Кихота, в Англии Шерлока Холмса, у нас в Ленинградской области в селе Вырино есть музей станционного смотрителя. Ну и вот теперь у нас в Константиново музей поэмы Анны Снегиной. То есть можно сказать, что музей мирового значения, да, у нас теперь? Скоро будет музей всероссийского конкурса исполнителей. Это вот мезонин и есть, да? Наверное. Жаль, не видно сейчас. Окей. Так, проходите вот сюда, вот выйдите, посмотрите на вид. Смотрите, как там хорошо. На наши заливные луга, на заливные луга. Конечно, вот она, наверное, красивый, конечно же. Да. Вот мокролить? Как мы пойдем туда? Ой, ой. Да, да. Мокролить. Да, все. Да. Не расстроены, что мы сегодня не вернемся. Прядь волос Есенина. У мертвого сына Татьяна Федоровна срезала прядь волос, еще Николай Алексеевич Клюев срезал. Прядь Клюевская, Клюевым срезана в Пушкинском доме, а это вот Татьяна Федоровна. Эта прядь хранится в Государственном литературном музее, а потом вот к нам пришла. Золото волос. Золото, да. Потрясающе. Царские песни вам покажу. Вам показывали колму, которую мы дарили великой организации. Да, Сергей Радонежский. Еще часы. Часы, да, были. Есть, уже нет. Нет, уже.
А перстень подарил кто-то члену царской семьи, ну, считает, что императрица. Ну да, когда вот он с клювом, очевидно, да, читал. Нет, он его не носил. Украшение не носил. Ну, перстень какое-то время берег, а потом подарил. Иногда предмет характеризует. А кому он подарил? Как он вернулся? Подарил сестре своей троюродной, Марии Ивановне Конотопу-Гвердиневой. Та перстень легенда такая. Считает, что он его нес показать хитро Евгению Михайловичу, учитель в Скоскопиковской школе. Он первый, кому Есенин подарил свою книгу «Радоница» первую. В 16 году в январе вышла книга, и считает, что первый, кому отправил дар Есенин книгу, был Хитров. Даже Горькому, который высоко ценил, уважал, подарил книгу свою первую спустя 2 недели, после того, кому она вышла. А первый вот адресат, первый человек, кому он отправил дар книгу «Радоница», был Хитров. А Хитров ему не ответил на подарок, ни строчки. Ну, вероятно, говорят, что Есенин обид не помнил. И Хитров говорил, что он ему поклон постоянно передавался с учениками. Сергей Александрович, это был главой президентской администрации. По заказу президента ковер выполнен был на Либерийском ковровом комбинате. Потом копии были везде, да, в магазинах везде. Да, первый вот. Из Кисловодска Горбанёв, читатель творчества, приезжал. Вот такую базу на алтарь оставил. Говорил, что его дядя портной на заказ Есенину костюмы шил. Из Омска приезжал Динаров в Америке. Здесь... Почти полтора стихи Сергея. И подарил нам портрет Есенина на срезе макового зерна. Нужно смотреть вот сюда, навести, может быть, вот на белый или кому как. Вот посмотрите на кого-то, на увеличительный стекло. Нет, то есть было обязательно смотреть. Это же самое главное, что... Давайте сейчас просто побыстрее. Да, кто именно? А поскольку мы должны быть, по-моему, четвертый. Мы должны уже в 3 часа прибыть. Да ничего, в 4 мы приедем. Обед в 5. А что тогда в 3 там? А вот Андрей нужно выше. А мне в 5 часов надо уезжать. 10 минут 4-го, так успеем. В этой церкви крестили Есенина. Дом Сергея Есенина. Есенин сам посадил этот, вот этот дом? Тополь, да. Вот этот сам дом. Лично. В 24-м году в Крыле. Участка никакой ценности практически не представлял тогда. Да, это дед его строит необычный для этих мест дом северного типа. Первый этаж, которого служил амбаром, там же размещались какие-то хозяйственные постройки, а на втором этаже были жилые помещения. Именно в том доме 21 сентября по старому, а по-новому 3 октября 1895 года и родился Сергей Есенин. Дом стоял вот на этом самом месте до 1910 года. Из-за старости ветхости его сносят, и на его месте строят вот такой дом, какой мы видим сегодня с вами. Но пожар 22 года, спаливший треть Константинова, конечно же, спалил дотла и дом Есениных. Родители, получив страховку от сгоревшего дома, приобрели избушку-времянку, вот ту самую, которую я вам показала, в которой жили несколько лет. Когда Есенин вернулся из-за границы в 24 году, встреча с родными происходит у порога той самой избы. Он был, конечно, печален, удручен увиденным, поскольку так плохо и бедно его семья никогда не жили до того времени.
Но, тем не менее, он, конечно, все это, как говорится, сразу не показал, а отразил позже в его стихотворении «Возвращение на родину». Отцовский дом не мог я распознать, приметный кленыш под окном не машет, и на крылечке не сидит уж мать, кормят цыплят крупичатой кашей. В общем, он помогает им средствами, они вновь строят на этом месте дом. В 25-м году дом был уже построен. Но пожары в Константиново были очень частым явлением, и в 29-м году вновь начинается пожар. Начинается далеко от дома Есениных, и Есениных успевает вынести все вещи из дома, а дом опять частично пострадал. И вот этот дом, который вы видите сегодня, был окончательно восстановлен в 30-м году. В восстановленном доме отец Есенина прожил всего год, в 31-м году он умер, похоронили его здесь же, в Константиново, на кладбище. А Татьяна Федоровна вот в этом доме жила до 55-го года. В 80-летнем возрасте она умерла, похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище. Дома не сразу открыли библиотеку, потом в 65-м году, в канун 70-летнего дня рождения. Смотрите, а вы слушайте, а сами сходите, смотрите. Вот мемориальный дом музей поэта. В общем-то, как там наш Федякин? Николаевич меня сбил своими вот этими показами. За моим домиком там смотрит? Вот мы с вами сейчас в горнице Есенина. Как он писал, помните, наша горница Кутимала, ну, чистая Есенина, досуги, и в этот вечер вся жизнь имела, как приятные памяти люди. В общем, в доме все вещи в основном сохранились подлинные. Есть, конечно, где-то что-то подобное. Стоит все на прежних местах. Лежанка на печке. Также накрытый скатерть. И тот же стулья, который мы сидели. Те же стулья, которые отец привез из Москвы, венские стулья. На нем, как и тогда, вы видите, вот махорка с цветами и керосиновой лампой. Вот печка настоящая. Вот на такой печке лежит сейчас 122-летняя старушка. Дом Есениных. И вот когда с участка как-то обедали пожар, первым из дома она выносила эту икону, говоря, это для меня самое дорогое, остальное пусть все горит синим пламенем. Ниже споручница грешных и неопалимая купина. Деревянные часы известной швейцарской фирмы Габю, которыми награждает купец Крылов, отца Есениных, Санкичика, тот заканчивает работу в его лавке. За многолетний безупречный труд хозяин лавки дарит ему подарок. Вот их и стук слышал Есенин. Скоро-скоро часы деревянные прохрипят, ну, 12-й час, читаем поэта. Кстати, во время боя, до сей поры, вместо боя слышен такой протяжный хрип. Вероятно, этот дефект присутствовал уже в те годы. И вот таким образом Есенин. Поэтому прохрипят мы эти все. А среди перегородка с вами Татьяны Федоровны. Ну, вы видите, маленькая уютная комнатка, где стоит ее кровать. Ну, как клюна леденела, тоже было личные вещи матери, блузы, юбки, шушун, шаль, нательный крест, ну и другие личные предметы и вещи матери. Личные вещи Татьяны Федоровны семьи буквально последние годы жизни. И сундучок, тот самый, с которым Есенин, когда закончил Константиновскую земскую школу, поехал в Спасклепики, во второклассную учительскую. Потом с ним же поехал в Москву, Петроград. И только когда вернулся из-за границы, привез дом родителей и оставил его здесь. Ну, а вот это справа... подлинное все, подлинное, да? Да. А вот справа за перегородкой кухня. Ну, большая часть ее, конечно, занимает русская печь, да? Смотрите, там на печке, видите, лежанка. Это лежанка, да, там с палатами. Значит, напротив печи стол с большим ведерным самоваром. Самовару, кстати, тоже. Чулан, где хранили продукты. Ну, предметы крестьянского быта. Я не стал, наверное, назвать по именам, все понятно. Смотрите, внимание на косу. Это ступа когда бежал в Константиново. Так говорила Екатерина Александровна, поэтому мы считаем это самый важный и ценный экспонат в этой экспозиции. Угу. Помните, может быть, строчки «Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий, памяти деревни, я не дорогой». Ну а теперь, дорогие мои друзья, сюда, по традиции, мы Сереженьку должны применить. Так, ну может быть, я с вами попрощаюсь? Нет, вы с нами. Нет, первый вам. Первый. Самый главный на сегодня. Я очень рада, что вы приехали, нашли возможность посетить замечательные наши места. Дай Бог, чтобы это было не первая, вернее, не последняя встреча, да? Вот поэтому дай Бог вам всего самого хорошего и, главное, здоровья. И вам тоже спасибо. Здоровья. Как хотите. О, Русь, малиновое поле, и синь, упавшая в реку, люблю до радости и боли твою тоску. Гой ты, Русь, моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля,
А у низеньких околиц звонно чахнут тополя, пахнет яблоками медом, по церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою.